На празднование были приглашены ветераны района, представители общественных организаций и предприятий. По традиции в этот день обновили фотографии лучших тружеников на доске почета. Их и всех присутствующих гостей поблагодарил за совместный успешный труд исполняющий обязанности главы администрации Ахат Кутлуахметов. Убежден, что совместными усилиями в обстановке взаимопонимания и дружбы между народами мы сумеем сохранить, приумножить и обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. В этот праздничный день выражаю сердечную признательность всем жителям за созидательный труд на благо родного района и республики. Желаю всем вам здоровья, благополучия и счастья. Лучшим работникам разных сфер района были вручены благодарственные письма и почетные грамоты. С профессиональным праздником также поздравили присутствующих учителей, наградив их за успешное воспитание детей и достижения в образовательной сфере. За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд награждаются Галина Анатольевна Егорова, учитель чувашского и русского языков и литературы средней школы деревни Павловка. В рамках мероприятия были переданы 7 ключей от квартир жителям района из категории детей-сирот, и одна семья получила свидетельство на компенсацию части стоимости жилья. На протяжении всего мероприятия гостей праздника радовали своими выступлениями творческие коллективы Дома культуры. Гульнас Филатова, Ярослав Кондратьев, Игорь Хлопотов, телекомпания «Арис».